Севмаш планирует модернизацию Эллинга номер один. И, как сообщает сегодня Флотпром, сэкономит на этом 60 миллионов рублей. Реконструкцией займется компания «Спасатель» из Северодвинска. Она предложила выполнить работы за 930 миллионов рублей. Это на 60 миллионов рублей меньше, чем был готов максимально заплатить завод. Согласно техническому заданию, предусматривается реконструкция кровли, стенового ограждения, усиления и огнезащита несущих металлоконструкции Эллинга. Работы идут без остановки основного производства. Техническое перевооружение на «Севмаше» проводят для обеспечения ввода в строй подлодок 4-го и 5-го поколений.